В общем, еще одна такая небольшая фишечка, можно сказать. А можно сказать опыт. Значит, когда закончили, поработали, почему столько остатков остается на кисти, да, вот вытащил я ее. Потому что из кисти частично сбежал силикон и частично сбежал с поверхности нашей чашки, в которой мы замешивали. Почему я не мою кисти? Растворителем 646 силикон вполне легко отмывается. То есть кисть, замоченная в 646 растворителем, можно использовать повторно. Ну, раз 5 можно еще. То есть первый раз замешали, нанесли силикон, к примеру, там нанесли на 5 форм. Вот, замочили в растворителе. И потом, когда силикон подстыл, наносим второй слой, можно использовать эту, в принципе, кисть. Почему я так не делаю? Во-первых, растворитель ужасно воняет. Вот, и работая в небольших помещениях, приходится этой всей канителью дышать. Вот, честно, потом начинает болеть голова, работоспособность резко снижается, желание, в принципе, пропадает работать, когда надышался, башка болит. Поэтому не работаю я, не мою кисти. 11 рублей стоит кисть, нанести 3-4 формы или 5 одной кистью, я думаю, это неплохо. И просто успешно ее выкинуть и забыть про нее как таковую. При этом в помещении нет резких запахов. Химией всякой не дышим, бережем свое здоровье, ну, минус 11 рублей. Как бы, когда это 11 рублей послужило на 5 форм, я думаю, это неплохая экономия. Ладно, продолжим. Кисть выбросил, значит, замешиваем наш силикон. Так, взвешиваем тару. Отмеряем необходимое количество. Надеюсь, видно вам нашу модель. Все полностью проглядывается. Сейчас на нее мы просто будем наносить силикон и больше ничего. Это видео, думаю, даже больше будет информативно в плане опыта, а не самого видео. На видео я уже показывал все эти этапы. Вот. Здесь в основном, наверное, больше опыта, которым делюсь с вами. То есть те моменты, такие вот тонкости, которые облегчает жизнь при замешивании силикона, при нанесении силикона. Значит, еще силикон сейчас пока перемешиваю, вот настаивается. Сейчас скажу еще одну такую